входить в церковь, начинает двигаться, как он считает, по пути духовного роста, сталкивается с тем, что в жизни начинает проявляться все по-другому. Он становится злее, обостряются какие-то моменты. То есть человек, который начинает там ходить в церковь, вдруг начинает выпивать, появляются плохие знакомые. Или человек, который начинает заниматься эзотерикой, там еще за деньги с кем-то разругивается и так далее. Почему так происходит? Это связано с пониманием того, что когда человек начинает заниматься или эзотерическими знаниями, то есть тайнами, тайно читает мантры, молитвы, аяты и так далее, то в этот момент высшие силы обращают на этого человека внимание. А когда высшие силы добра обращают на человека внимание, то для того, чтобы человека... А для чего обращают внимание? Чтобы помочь этому человеку быть более счастливым, спасти его душу. И в этот момент альтернативные или противоположные силы, силы зла, обращают на него внимание. Почему? Раньше им было все равно, но когда на него начинают обращать внимание светлые силы, то темные силы начинают бороться за этого человека,